Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что просматриваете это видео. И сегодня мы с вами, как обычно, поговорим о том, что не стоит покупать в этом каталоге. Поговорим с вами про полный и промо-бал. А также мы с вами увидим, на какие позиции уже произошло повышение цены и на какие позиции будет повышение цены в следующем каталоге. Если вам нравится это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилась продукция из этого каталога, то под видео вы всегда найдете ссылочку для регистрации. Итак, при регистрации в этом каталоге вы получаете самый крутой пятновыводитель, потому что еще не было пятна, с которым бы он не справился. Любые неопознанные застарелые пятна этот пятновыводитель выводит, ну будем говорить, за час. Что я делаю? Я в тазик насыпаю мерную ложку этого пятновыводителя, мерная ложка лежит внутри, заливаю 2 литрами кипятка, сразу начинается бурная реакция, опускаю туда вещь и даю вещи там постоять, пока вода не остынет, а потом отправляю в стирку. Стиральный порошок для цветного и кондиционер для белья. Все товары просто замечательные. В распаковочке ближайшей мы с вами на них посмотрим. А сейчас приступим. Информации будет много, так что наливайте чай. Итак, сразу же на развороте новинка. Новая линейка Bio Glow. Она будет еще пополняться. Но дабы не задерживать видео, сейчас не об этом. Итак, уже в следующем каталоге вы со скидкой 45% сможете приобрести жидкие патчи. Продолжается акция «Приобретаем купоны 50% скидки при покупке на 999 рублей в ценах каталога». А учитывая, что при регистрации вы получаете автоматически скидку 20%, то приблизительно на каждые 800 рублей ваших покупок вы получаете еще один купончик, тратим мы их в 11-м каталоге. Итак, я влюблена в эту линейку, и я с нетерпением жду, когда я попробую эмульсию. Я не стала приобретать ее в 9-м каталоге, потому что знала, что в 10-м она будет по супер выгодной цене. Я уже положила в корзину 3 штучки. Ночную маску не беру, потому что масок у меня полно. Еще успею попробовать. А в следующем каталоге суперская цена на увлажняющий гель для лица и гель-крем для век. Я использую их с утра, несмотря на то, что у меня есть линейка ICU. Уикенд для меня это идеальное начало утра. Это консистенция, это ощущение слегка охлаждающее, этот аромат. Это лучшее начало дня, которое может быть. Кислородный спрей по 129 рублей, но бывает дешевле. Вот у нас прям такие скидочки хорошие на линейку Axiology. Это у нас базовая линейка. И несмотря на свою демократичную цену, продукция действительно хороша. Продолжает распродаваться эксперт скин активатор. Но могу сказать, мое внутреннее чутье не позволяет мне приобретать товары данной линейки. Несмотря на огромные скидки, я все равно на них не кидаюсь. Я не приобретаю товар, даже если он по очень хорошей цене, если душа не лежит. Как обычно, масочки. Вот они у нас, фиолетовые подчеркивания означают, что будет промо-балл. То есть ради того, чтобы получить один балл, который вы в будущем будете обменивать на подарки, который решает вопрос по поводу вашей скидки, по поводу дохода, если вы вошли в Faberlic как в бизнес. Для вас это важно. Итак, маски всегда на акции, всегда их пытаются нам продать по 2 любым способом. В следующий раз будет одна по полной цене, вторая за 49. В итоге то на то и выходит. Итак, вот чем для меня заманчив 10-й каталог. Столько шикарных скидок на парфюмерию. Я, конечно, заказала пробники. Завтра придет мой заказ по 9-му каталогу, он немножко задержался. И там есть пробники на всю парфюмерию, которая в этом каталоге будет по акции, потому что я заинтересована. Я не парфюмерный маньяк, прям чтоб маньяк,
Но, учитывая стоимость этого парфюма, я готова пробовать. Я готова пробовать. Очень интересен для меня аромат Интемпорель, судя по нотам. Ну, конечно, фиолетовый флакон. Моноаромат и аромания. Нет, аромания. Аромамания. Почему мне все время так хочется говорить? Итак, всего за 239 рублей и плюс еще минус скидка меньше 200 рублей за флакон. Но ароматы не все стойкие. Вот из тех, которые здесь представлены, у меня есть только бергамот, и он не стойкий, но он такой вот домашний свежий аромат. Обращаю внимание, парфюмированные дезодоранты спрей в следующем каталоге дорожают на 30 рублей. Поэтому закупайте сейчас и дезодоранты, и гели для душа. Я считаю, это очень классно, если у вас есть не просто какой-то парфюм, да, аромат, но если с этим ароматом у вас еще и дезодорант и гель для душа, это вообще прекрасно. Потому что я знаю, есть люди, которые специально берут дезодорант без запаха, чтобы не перебивать аромат парфюма. По промо-баллу, но зато по очень хорошей цене, 30-миллилитровые и 35-миллилитровые миниатюры наших флагманов, да, ароматов. Вот если сомневаетесь брать полный флакон, даже по хорошей акции, вы можете всегда взять миниатюрку. Эти миниатюрки мы выбираем на последнем шаге, прямо вот перед тем, как оформить заказ. В промо-акциях они появятся у вас. Скидочки на мужскую парфюмерию. Новиночка в геле для душа Ботаника. Не буду брать, несмотря на очень хорошую цену. Гелей для душа полно. Бальзам для губ тоже по промо-баллу, потому что акционная позиция. Могу посоветовать розовый. Несмотря на то, что антивозрастной, у него более приятный аромат. Летняя сочная линеечка продолжает оставаться по хорошим ценам. Так, тут тоже у нас все акции промо-балл. И даже маникюрный набор, потому что это аксессуар. Помада губная. Абсолютное увлажнение. Это моя любимица на каждый день. У меня два оттенка. Это 494, согревающий кашемир. И я использую ее каждый день. Она настолько натурально выглядит. Но губы выглядят ухоженными. Это лучшая повседневная помада, это лучше, чем бальзам, это лучше, чем помада, потому что она обладает свойствами бальзама для губ, но при этом она дает и оттенок, поэтому в итоге вот мне она выходит 110 рублей в закупе, это очень хорошая цена, и я прям с ней не расстаюсь, я могу нанести ее на губы, даже не используя зеркало, так что у меня два оттенка, и если вы хотите посмотреть свотчи, то обязательно напишите, все заснимем. Тушь Push-Up в этом каталоге, как оказывается, уже стала дороже. В прошлом каталоге она стоила, ну, ее цена была 400 рублей базовая. В этом по хорошей цене All Day Fresh, действительно хорошая цена. Но тушь у меня есть и в запасе, брать не буду. Кстати, тушь Push-Up я выбрала в качестве подарка по стартовой программе. Придет, посмотрим. Летняя линейка, водостойка косметики. Тушь покупать не буду, потому что она оказалась с комочками и плохо наносится. Скидки, очень хорошие скидки на солнцезащитные средства. И независимо от скидки, балл здесь полный. Это очень хорошо. Что в этом каталоге без скидок будет в следующем. Вот видите по желтым стикерам, в следующем каталоге еще будут акции. Новая линейка гелей для душа. Вылавливала гель для душа Австралии. Очень хотела попробовать. Он единственный отсутствовал на калининградском складе. Я дождалась. И обращаю ваше внимание, что в следующем каталоге он опять будет по 99 рублей. Но повышается базовая цена. Аксессуары для путешествия по промо-баллу. Аксессуары все по промо-баллу. Итак, линеечка Океанум. Очень-очень приятная
На вид линейка. Подруга сказала, что аромат тоже очень приятный. Ну вот, подождем еще немножко и будем ждать отзывы об этой линеечке. И новинка в этой линеечке выходит. Beauty Lab. Сыворотка для лица антистресс со скидкой 50% будет в следующем каталоге. А в этом каталоге у нас 45% скидкой блер крем. Открыла я пробник. Сначала попробовала на себе черную маску. У меня лицо просто скрипело. Оно настолько было очищено. Это было настолько заметно, что я буду пробовать остальные масочки. Просто вот не дождусь. Патчи меня удивили. Они оказались не гидрогелевыми, которые, знаете, сползают, с которыми надо лежать, чтобы они на месте оставались. Они оказались, как, знаете, такой мягкий пластырь, с одной стороны бархатистый, с другой стороны клейкая основа. И действительно, проснувшись утром и обнаружив отечность вокруг глаз, мешки под глазами, я приложила патчи и заметно улучшила ситуацию. В следующем каталоге со скидкой 50% будет корректор. Обязательно его приобрету. Я прям ждала, когда будет такая акция. Оксикарбокси. Тоже хочется попробовать, но еще пока не время. Чуть позже. Масочки Инстаглэмерс почти с 50% скидкой. Кому было жалко денежек, но кого устраивается на 299 рублей минус 20% скидка зарегистрированным покупателем, то это ваш шанс. Линейка Варио. Тоже линейка, которой почему-то у меня не тянется рука. Но тут тоже частенько какие-то формулировки акций, да, вот в следующем каталоге крем для ухода за кожей вокруг глаз будет 40% скидка и две сыворотки. Вот в этом каталоге мы видим, да, что при покупке любого крема эликсир за 199 рублей. То есть тут постоянно какие-то рокировки. Биомика. Кстати, не так часто я видела на нее скидки. В этот раз у нас по скидке крем-флюид для лица, рук и тела и мусс-крем для умывания. Девушка, которая у меня брала мусс-крем для умывания, очень довольна осталась. А в следующий раз вот такой ровный, огромный бутыль мицеллярная вода со скидкой 50%. Итак, линейка Axiology. Повторюсь, это базовая линейка. И в этом каталоге мы видим, что за 399 рублей у нас дневной крем плюс крем для век, а в следующем каталоге дневной и ночной 499 рублей. Сияние, оно немножко подороже, чем увлажнение, баланс и так далее, но эффект от него должен быть лучше. Также этот крем с UF-фильтрами, и он дает, по идее, больший эффект, он производит большую работу над кожей лица, именно кислородное сияние. И я его выбрала как подарок по стартовой программе. Я хотела попробовать именно его. Также в следующем каталоге тоже, в общем, Axiology, все парочки день-ночь будут на акции. Так, в этом каталоге на серию кислородное дыхание скидка только на пенку мусс, а в следующем каталоге по очень хорошей цене будет нежный тоник, молочко для снятия макияжа и очищающий гель для умывания. Линейка Bloom. Ой, смотрите, стикер. Стикер съелся. В общем, день, ночь и крем для век будут по 599 рублей в любой вариации, что 35+, что 45+, что 55+. Я собирала эти линейки по другим акциям. Вот, ну, в принципе, то на то и выходит. Я там считала, разница может 10 рублей. Так что если кто-то не видит смысла в сыворотках и не хочет их приобретать, то это ваш вариант. Я считаю, и для себя, и в качестве подарка прекрасный выбор. Вот, опять же, линейка, к которой, ну, не лежит у меня душа и все. Мне нравится Гардерика, мне нравится Ренаваш, мне нравится Матридженик. Вот
Прям я их на подарки беру и все. Но себе про эликсир не беру. Я не знаю, с чем связано мое предубеждение. Но вот какие бы акции здесь не были, я не беру. Но в следующем каталоге я, наверное, все-таки попробую со скидкой 50% патчи. Может быть. Так. Вот опять почему-то сейчас через другое приложение смотрю, и это приложение съедает мои стикеры. Но я помню, что любые два крема, то есть у нас день-ночь есть двух вариантов. Вариантов для комбинированной кожи и для сухой. И также крем для век. Любые два крема 359 рублей каждый, если мне не изменяет моя девичья память. В Реноваж тоже будут скидки. Будет скидка на пенку. Очень много хороших на нее отзывов. И наборчик ночной крем плюс тоник будет по 629 рублей. А сейчас у нас при покупке дневного крема, крем для век, всего за 149 рублей. Линейка Platinum. Опять же, 30+, как и про эликсир. Но, несмотря на суперские скидки и акции, не тянет меня ее пробовать. Вы не подумайте, что я там скупаю. Нет, учитывая, что я пользуюсь линейкой ICU, проблема не в том, что мне жалко. Но что-то внутри сопротивляется приобретению. Вот в следующем каталоге у нас 50% скидка на омолаживающие крема из всех трех ступеней. И за всего за 499 рублей, по-моему, как бонус за покупку, будет омолаживающий крем для шеи и декольте. Так, желтенький 50% скидка будет в следующем каталоге на серию Эксперт, линейка Age Power. Я уже, по-моему, об этом говорила, что я первое время, когда серию Эксперт видела, у меня внутренняя паника возникала, я немножко путалась. А потом, когда разобралась, стало легче. Крем Retinol Like у нас сейчас со скидкой. Серия отбеливающая Whitening. Почему-то прям так маленечко так представлена. В этот раз по акции крем с моментальным осветляющим эффектом. В следующий раз отбеливающий крем. Хочу взять и тот, и другой. И поставить эксперимент на маме и свекрови. У обоих пигментация есть. Ну и вот все, что видите желтенькое, это будет в следующий раз акции. Заинтересовала меня линейка Эксперт «Идеальное тело». Вот крем против растяжек. Потому что, конечно, после родов, что переживает женский живот? Нет, есть те, кому повезло. Но это оказалось не я. Я по купону хочу с 50% скидкой попробовать крем против растяжек. Ох, моя любимая серия ICU. И всего за 499 рублей. Чтобы вы понимали, базовая цена 1300. В каталоге он всегда по 999. И будет всего 499 рублей. То есть это, ну, получается где-то, ну, как... Даже больше 60% скидка на этот крем. Он действительно очень приятный, но временно я им по утрам не пользуюсь, из-за того, что пользуюсь уикендом. И вот к нему в парочку на акции гель-трансформер для лица. Они вообще используются в паре. Сначала вы наносите гель-трансформер, а поверх наносите гель-крем. Очень хорошо освежают лицо, тоже такое вот прям увлажненное, приятное. Вот. Ну, тут постоянно есть на что-то скидки. Стикеры я оставила. Наконец, просто наконец, у нас скидки Эксперт Фарма для чувствительной кожи. Действительно, очень тяжело дождаться скидки на белые тюбики и флакончики. Ультра Клин Грин тоже меняются местами. Вербена. Ну, они постоянно меняются местами. В одном каталоге мы будем видеть акции какие-то на крема. В следующем каталоге, значит, будет
на систему очищения. Скидка всегда можно взять, бюджетная линеечка. На ботанику, на все дневные крема в следующий раз будет хорошая цена. Ботаника мне очень понравилась. Попользовалась кремом 50+, у бабушки дома. Мне очень понравился дневной такой легкий, увлажняющий, ночной такой, более тугой такой питательный, аромат приятный. И несмотря на свою цену, очень хорошая линейка. Крема для рук, учитывая, что на них скидка будут по промо-баллу. Вот кремы для лица, несмотря на скидки, все равно остаются по полному баллу. А вот тоже для рук и для ног тоже постоянно есть что-то на акции. Обращаю внимание, силиконовые перчаточки, и дальше мы видим носочки, дорожают на 100 рублей в базовой цене. Скидка на серию Гран-при набор. Тоже редко вижу акцию. Ну и парфюмчики. Великолепная красная Рената. По суперской цене мне очень понравился этот аромат. Он такой приятный, он такой стойкий. Все, как я люблю. Юдашкин Голд. Пудровый я себе заказала. Роуз, жду пробник. Но я, честно сказать, сомневаюсь, что он мне понравится. В этом каталоге уже произошло повышение цены на данные ароматы на 100 рублей. Но их повысили и сделали на них акцию. Аромата Латау. Вот все сомневаюсь, хочу я его попробовать или нет. В следующем каталоге будет на акции. Парфюм, в принципе, всегда есть на акции. В следующий раз будет и Пуртужур, и Платинум, и Шато де ля Луар. В общем, постоянно что-то есть на акции. Спорт Лайв будет на акции. А в этом каталоге обязательно возьму вот такие вот нежные, милые ароматики. Цена очень хорошая, даже если они будут нестойкие, на подарок молоденьким девчонкам. Ой, прошу прощения, очень-очень устала и так хочется спать. Но с вами очень хочется поделиться. Валькирия 50% скидка. И обращаю ваше внимание, базовая цена у мужского и женского аромата 2000 рублей. Но при этом Викинг это 100 мл, а Валькирия всего 50. Мне по нотам это не мои ароматы, поэтому вряд ли я буду брать. Ну, может, пробник когда-нибудь возьму. Дона Феличи, наконец-то я дождалась. Буду брать в подарок. На мужские серии. Восьмой элемент в следующем каталоге. Там будут желтые ценники. Все будет на акции. Мужские парфюмчики. Обращаю внимание, помимо того, что парфюмированные дезодоранты для женщин дорожают в следующем каталоге, и для мужчин тоже будут подороже, но они будут на акции. Barber Lab. В этот раз только 2 товара, в следующий раз все 5. Ну, по-моему, тоже желтый ценник. А вот, кстати, Van Adventure будет подорожать на кислородную пену на целых 50 рублей. Серия Lancelot. Все по промо-баллу. Так как это все на скидке, это у нас не парфюм, не декоративка. Пошла декоративка. Вот уже на подводке для глаз неоднозначные отзывы по поводу соответствия цветов. Уже в этом каталоге произошло подорожание на Extreme Tush. Было 500 рублей, в этом каталоге стало 550, но она сейчас идет как бонус за покупку. То же самое касается и туши HD Lash. Могу сказать, что по отзывам взяла сначала Extreme, но у меня получаются какие-то толстые ресницы, слипаются, я не могу их никак как сделать, как мне удобно. А вот HD Lash — это другая история. Это
Это просто взмах ресниц с первого раза. И да, тушь Extreme как бонус за покупку будет по промо-баллу. Матовые помады. Очень мне нравится. Я вам в прошлом видео показывала, как я наношу ее, чтобы она не была темной, но при этом был стойкий пигмент. По промо-баллу на акции блеск для губ. И ура-ура, наконец-то на помаду бальзам будет скидка. Причем очень хорошая. Но, как выясняется уже в этом каталоге, она в базовой своей цене подорожала на 100 рублей. И подорожала на 50 рублей помада Hydra Lips. Мы уже сняли 60% ролика, то есть 6 из 10 оттенков мы засняли на разных губах, на разных формах губ, на разных оттенках кожи, на разной пигментированности естественной губ. Так что скоро я прям сама жду не дождусь, когда я выложу это видео вам в помощь при выборе цвета. Сыворотка. Тональная сыворотка для лица Neo Serum в следующем каталоге дорожает аж на 200 рублей, но на нее будет акция. И сейчас это написано минус 50%, но по факту это всего лишь на 100 рублей дешевле. Если относить к нынешней цене, то скидка будет 40%. Но это все равно хорошо, потому что на Glam Team не так часто делают скидки. Я вот, например, палету для лица брала по VIP-скидке 70%. Серия Story Secret подорожает запеченные тени на 50 рублей. Так, где мы видим фиолетовое подчеркивание, это будет промо-бал. Пока мы сейчас с вами листаем те страницы, где больше полных баллов, и поэтому промо-бал я подчеркнула. Помада очень красивая. Вот меня прям, знаете, манит... Чувственный бежевый или сливочный кофейный. Но не буду брать. Не буду соблазняться. Дорожает губная помада 3D поцелуй, но она будет всего по 169 рублей. Кисти дорожают. Вот кисти для румян, пудры и тонального средства не дорожают. А вот эти маленькие кисточки у нас дорожают с следующего каталога. Так что если давно смотрели, хотели приобрести, сейчас самое время. Палетка для скульптурирования будет со скидкой 40%. Кисти у нас всегда промо-балл, потому что аксессуар. Точно так же, как и клатч, и пилочка, все это промо-балл. А вот теперь мы с вами переходим на территорию преобладания промо-баллов. Здесь, наоборот, я буду вам выделять, где мы получаем полный балл. Напоминаю, средства гигиены, аксессуары, товары для дома и одежда, зачастую это промо-балл. Полный балл мы получаем за гигиену и товары для дома в том случае, если на эти товары нет скидки. Вот на суперфуды я не видела еще скидок, постоянно не по полной цене и по полному баллу. И в следующем каталоге на 10 рублей дорожают наши смузи. В следующем каталоге дорожает жидкое мыло, но при этом на него будет очень хорошая акция. Обращаю ваше внимание, что витаминный скраб для тела, несмотря на акцию, по полному баллу. Дорожают с следующего каталога гель для душа Beauty Cafe, но на них будет очень хорошая скидка. Так, увлажняющий мусс для тела, несмотря на скидку, полный балл. Очень хочу его попробовать. Сейчас у меня олива бергамот. Я прям не нарадуюсь. Итак, здесь у нас, несмотря на скидки, по полному баллу мисты и суфле для тела. Очень приятное. Линейка La Creme. В следующем каталоге будет повышение цены на дезодоранты на 20 рублей в базовой стоимости. Но при этом будет очень хорошая скидка, всего по 95 рублей. И обращаю ваше внимание, в следующем каталоге аж на 30 рублей дешевле будет молочко для тела двух видов. Story Del More в следующем каталоге будет по желтым ценникам. Вот вы видите, какие будут цены. А то, что сейчас по акции, точно так же будет по этим же ценам.
по полному баллу, независимо от скидки, средства для ежедневной интимной гигиены серии Expert Pharma. Это очень хорошо. Винотоник дорожает, но на него будет хорошая скидка, всего 105 рублей, по-моему, как бонус за покупку. И появляются станки. Вот, носочки, я вам говорила, так, как и перчатки, дорожают на 100 рублей, но будет акция, тоже удивительно. Зубные пасты у нас постоянно какие-то есть по 119 рублей, и там, кстати, выходит новиночка, гель, который будет с чувствительностью, по-моему. Ополаскиватель для полости рта тоже по полному баллу, несмотря на скидку. Ну, здесь у нас всегда из кислородной линейки ополаскиватели, зубные пасты всегда есть по акции, просто сменяют друг друга. Да, обращаю внимание, в следующем каталоге Нуки всего по 99 рублей вот на 3 зубных пасты, желтая, черная и красная. Я обязательно буду пробовать. Краска для волос, 40% скидка. По полному баллу, независимо от скидки, у нас идут масочки. А в следующем каталоге будет акция. Шампунь плюс бальзам за 449 рублей. Так. Ампульный концентрат тоже идет по полному баллу. И он немножечко дорожает. Серьезно дорожает серия Эксперт, то, что у нас для волос, сухой шампунь дорожает. На 100 рублей дорожает мусс для волос и лак для волос. И диди-спрей тоже подорожает, но всего на 20 рублей. Вот в следующем каталоге лак сильной фиксации будет дороже уже на 30 рублей. Но это все по полному баллу. А вот шампуньки у нас по промо-баллу акционные. Так. Ну, в серии Эксперт для волос то на это скидки, то на то. И несмотря ни на что, полный балл. No Snow. Такая же история, как с масками. Второе средство всего за 49 рублей. Крем Ботаника будет со скидкой 40%. Мама у меня очень любит этот крем. Репейное масло будет со скидкой. No Mosquito без акции по промо-баллу. В следующем каталоге будут практически на все детские средства очень хорошие цены. Ну и в этом каталоге есть что взять. В следующем каталоге будет детский крем для мамы и малыша, гель для купания, гель для подмывания по хорошей цене. А в этот раз у нас по хорошей цене будет комплекс для купания и тоже по полному баллу. Wellness. На Wellness у нас отдельная история. Wellness, стоимость 1 балла 95 рублей. Поэтому покупаешь супчик или коктейльчик, он получается 1800, ну, грубо говоря, минус 20%, это минус 360 рублей, мы приобретаем по 1440. И мы получаем 15 баллов за один пакетик. В этот раз, да, кстати, радости моей не было предела, в коктейли вернули VIP-программу, и я в этот раз взяла, по-моему, то ли клубничку, то ли малинку. Смородина меня расстроила, она сладкая, в ней мало кислинки, и все косточки внизу осаждают, нужно постоянно как бешеная белка трясти этим шейкером. С шоколадным такого нет. Протеиновые батончики. Мой любимец – это зелененький фисташка, красненький, который вишня и миндаль, шоколад и кокос. Вот, что банан, клубника, голубика, малинка мне не очень понравились. Вот у меня иногда с фруктовыми вкусами проблемы. Товары для занятия спортом по промо-баллу, аксессуары. Будут скидки. Нельзя говорить БАДы, но это БАДы. Будут скидки, сейчас есть ньютоник. Вообще не поймать, что по полной цене, что со скидкой. Не поймать, не поймать.
много что сейчас на акции, что в следующий раз будет на акции. Коралловый кальций будет на акции. В следующем каталоге буду закупать оптом. По совету Натальи Петровой, она говорила, что когда она пьет воду с коралловым кальцием, у нее перестал болеть сустав кистевой. У меня была эта проблема после родов. Действительно, через какое-то время употребление воды кондиционированной коралловым кальцием, у меня, наконец, спустя 8 месяцев мучений, перестала болеть рука. Но я не могу сказать однозначно, что это коралловый кальций, учитывая, что также я употребляла белковые коктейли, что я употребляла белковые батончики, там коллаген и все такое. Вот, ну, в общем, перестала болеть рука однозначно благодаря Faberlic. Буду пробовать Гипполайт. Алоэ баланс у меня еще есть. В этом каталоге уже, оказывается, подорожала подушечка с искусственным лебяжьим пухом. Денос. Одежда. Меня спросили, почему не комментирую одежду. Я бы с удовольствием... Я приобретаю одежду, но... У нас сейчас времени просто не хватит, чтобы все это обсудить. Смотрите, сколько акций, сколько скидок. Сейчас на сайте идет распродажа спортивной коллекции. Так что приобрести есть что. Гринли. Порошок. Это новый наш порошок. Производство Нидерландов. Безопасен для аллергиков, астматиков, маленьких детей. По хорошей скидке. В этот раз у нас пятновыводитель дороже, по-моему, на 100 рублей, чем в прошлом каталоге. Но в 10-м каталоге... Ой, в 11-м уже получается. В 11-м каталоге по суперцене будут пятновыводители сухие, что Гринли, что Faberlic Home. Вот в следующий раз, я надеюсь, что уже к 11-му каталогу мои запасы порошка все закончатся, потому что у меня сейчас есть запас, и я не беру Гринли только поэтому. А в 11-м каталоге я приобрету Гринли, скорее всего, порошки по купонам, а вот пятновыводитель возьму и так. И когда вы приобретаете товар по купонам, то за товаром сохраняется полный балл. То есть, если стоит 50% скидка, да, и на порошок, то за него идет промо-балл. А если вы купоном воспользуетесь, вы получаете такую же цену, но уже по полному баллу. Кондиционеры для белья всегда есть на акции. Порошочки на 20 рублей дешевле, чем в прошлом каталоге. Вот о чем я говорила. В следующем каталоге такой низкой цены еще не было, потому что обычно по 279 рублей, а будет по 249 рублей два любых пятновыводителя. То есть можно один Home Gnome, один Faberlic Home взять, в общем, как угодно. А в этом каталоге я обязательно закажу отбеливатель, потому что выгребла последний, и жидкий пятновыводитель. Возьму пару бутылочек, мне очень понравился, я его использую. У меня специально такое приспособление пластиковое. Я наливаю туда гель для стирки, если я пользуюсь гелем для стирки. И наливаю туда пятновыводитель и отправляю прямо в барабан. И вот для меня жидкий пятновыводитель именно для этих ситуаций выручает. На 10 рублей дешевле, чем обычно, ароматизаторы для белья. В этом каталоге у нас по акции для черного и для белого. Значит, в следующем будет гель для стирки для деликатных и цветных тканей. Все никак не закажу. Ни антистатик, ни водный спрей, разглаживатель. Каждый раз у меня набирается 100 баллов. С лишним мне приходится то, что промо-баллы максимально расчищать, и я убираю их. Дорожает универсальное антибактериальное средство, и теперь со скидкой 50% он будет на 30 рублей дороже. Средство для мытья полов. Очень хорошая цена, я покупала по акции, но дороже. Очень мне нравится, полы до скрипа, полы остаются чистыми. Буду брать обязательно. Освежители. Дорожает средство для чистки и мытья стекол. Опять приложение съело одну циперку. 300 рублей становится. Полотенце на акции в этот раз по желтым ценникам. То есть нужно взять два полотенца любых, и тогда получишь вот такую цену. А в следующем каталоге уже прилично дорожает все полотенечки. Тоже та же самая история у нас с тряпочками, салфеточками. Они дорожают в следующем каталоге, но будут по желтым ценникам.
Концентрированное универсальное средство для кухонных поверхностей, это которое бежевое. Я просто от него в восторге. Буду брать запас, буду всем рекомендовать, чтобы все покупали. Действительно, просто до скрипа столешницы, кафель, холодильник, микроволновка. И самое главное, нехимозно и легко смывается. И могу похвалить чистящий крем. Он мне напомнил крем Сив. Когда наносишь абразив, не чувствуешь, но раковина потом просто блестит, скрипит и радует глаз. Так, ну вот, по скидкам, то, что в следующий раз будет. И обращаю внимание, закупайтесь в 10-м каталоге. Я в 9-м каталоге взяла все 4 вида, которые были представлены по акции. И в 11-м... Слушайте, я уже все, я гоню. Короче, в этом каталоге я тоже закуплюсь мылами для кухни, потому что в следующем каталоге базовая цена дорожает до 200, а цена каталога будет 99, то есть на 14 рублей дороже. Вот. Так что я буду закупаться этим мылом, потому что у меня его разбирают хорошо. Пусть будет в запасе для моих клиентов, чтобы я могла как можно дольше предоставлять им это мыло по старой цене. По хорошей скидке будет средство для чистки духовок и плит. В этот раз буду, в следующем каталоге буду запасать его побольше, потому что мне не хватает от акции до акции. Мне пришлось уже дважды заказывать его по полной цене. Мне заказывали. Ну и сковородочки. Очень хочется попробовать, но не ломать же мне мой тефаль ради того, чтобы да попробовать. Кстати, очень мало что есть на складах. Как ни карауль. Вот это мне очень интересная серия. Появляются у нас разделочные доски, и я очень-очень-очень хочу их попробовать. И, наверное, не знаю еще, но, возможно, на подарок буду приобретать набором фартук, рукавицу и прихваточки, потому что очень приятная расцветка. Если идешь кому-то в дом, вместо того, чтобы нести сладости, от которых все толстеют, можно принести фартук и прихваточки красивые. Очень красивая скатерть, но цена кусается. Всякие тут ланчбоксы, тарелочки. Все это как бы экологично, потому что добавляется пшеница, но все равно там есть пластик. Ох, вот все и закончилось. 40, почти 43 минуты вашего времени я отняла. Но я очень благодарна, если вы остались со мной до конца. Хочу сказать спасибо всем, кто смотрит мое видео, кто подписан на меня, кто оставляет комментарии. Мне есть столько всего, что мне хочется вам рассказать, но я не хочу перегружать канал, не хочу перегружать вас, я не хочу надоедать вам, спамить вам в ленте, если вы на меня подписались, поэтому я выкладываю видео с определенной периодичностью. Делайте покупки выгодно. Делайте покупки, как вам удобно. Faberlic – это просто интернет-магазин. Если вы захотите приобретать эти товары, то проходите по ссылке под этим видео. Вы станете частью моей команды. Я буду помогать по любому вопросу. Если вы не хотите, чтобы вас лишний раз трогали, вас не будут трогать. Если вы хотите получать информацию об акциях, распродажах, вы будете ее получать. Ну а с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!